Телезрители привыкают видеть их лица на экранах и слышать их голос из динамиков техники. Это люди, чей голос можно узнать, как говорится, с первой ноты. Конечно же, речь идет о дикторах. Именно они ежедневно знакомят горожан с самыми актуальными новостями. Сегодня в стенах областной телестудии оттачивают свое мастерство молодые дикторы, однако не забытые те, кто стоял у самых истоков. Самое время поговорить о них в преддверии нашего 65-летия. Одна из тех, кто уже давно запомнился зрителям в роли диктора, Алтынай Магзумова. Начав свою карьеру в 1985 году, женщина почти 40 лет посвятила областному телеканалу. В стенах здания телестудии она провела бесчетное количество новостных эфиров, тысячи раз вещала для восточноказахстанцев в режиме реального времени. Ее творческий путь пересекался со множеством специалистов, но с каждым из них Алтынай Кудайбергенқызы неизменно проявляла себя как настоящий профессионал своего дела. При мне сменилось множество директоров, и работа с каждым из них была по-своему интересна. Все руководители разные, у каждого свой подход и свои методы. Но цель у всех одна – вывести телеканал на новый, более высокий уровень. Наш нынешний директор Нуртас Султанулы. Он достаточно молодой и мыслит по-современному. Это очень важно, ведь он должен, как никто другой, понимать, как создать условия работы для креативной молодежи. В тонкостях своего дела Алтынай Магзумова разбирается в совершенстве. С самого начала карьеры ветеран телестудии к выполнению своих обязанностей подходила со всей ответственностью. По-другому женщина просто не может, ведь по ту сторону экрана на нее направлены тысячи глаз, тысячи ждущих и доверяющих преданных зрителей. Многие ошибочно считают, что быть диктором легко, однако это совсем не так. Смысл не в том, что у диктора красивое лицо и громкий голос. Это лишь сырье, с которым нужно тщательно работать. На самом деле существует множество нюансов, которым и мне в свое время тоже приходилось обучаться. Разумеется, и у меня не все получалось сразу. Чтобы стать настоящим профессионалом, я усердно работала. И пускай Алтынай Магзумова уже давно не появляется на экранах телевизоров восточноказахстанцев, страсть к своей работе за пройденные годы она не утратила. Сегодня ветеран телестудии пристает в амплуа наставника для юных журналистов, всегда помогает советам, а иногда и ругает за плохое произношение. Но делает это по-доброму, почти по-матерински. Карина Мурадова, Сайжа Расказы, Александр Каримов, Алтай Аппаратов.